Гоша Гачевар опять наклепал какую-то срань. Его жена поможет опять нам узнать. Опять ссорится! Поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает. Кай Бакарёж. А если знать, уже с ним, то что ты самый единичку. Красивый и крутоцецкий стример. Ой, и блин, ютубер. Спасибо, прям закидали. Иначе бы у тебя не было такой аудитории. Да! Факт. Если вы хотите играть за мага в Г3, вы должны обойти весь варант и обойти всех торговца ради сраных табличек с знаниями. Ладно, пойду кушать оладьи. Спасибо большое за приятные слова. Вот мини-лисенок, спасибо. Ты сладкая булочка и сделай себе хвостик. Ну, мне без хвостика хорошо. У меня чисто наушники мои волосы собирают. А насчет мага это да. Поэтому я чисто на воина. Я чисто воин. Да. Боец. По жизни. Лысый. Бородат. Маленький. Парик из жопы. Жадный и злой. Истинный дворф. Держи денежку. Лысый, бородатый, маленький, блядь, парик из жопы. Какой еще парик из жопы, блядь? Какой еще жадный и злой? В смысле я жадный и злой? Вы так говорите жадный, как будто я, блядь, без рубля и пальцем не пошевелю. Вот так вот вас послушать. Это ж неправда. Бибей, ты ущербный, красножопый либераха. Держи деньги на не сдохнуть, обосравшись и обоссавшись. Пошли вы все в пизду, блядь. Какая, что за хуйня началась? Жадный, злой, блядь, ущербный, красножопый либераха. Вы что, ёбнулись? Что за... Что началось? Что за фразы такие? Граждане. Лысина, которая блестит ветку как прожектор, то стрим даже и ничего такое. У меня нет лысины, блядь, вы сук, блядь, я сейчас... Сейчас, блядь, смотрите, у меня нет лысины, блядь, нет лысины, смотрите. Тут волосы, волосы, видите, волосы, нет у меня лысины. Смотрите, у меня хорошие, прекрасные волосы. Кучерявые, сильные, сильный волос, да? Нефритовый стержень, хорошие, прекрасные волосы. Какой еще лысина, какой еще лысый, блядь? Все, больше никакого троллинга. Я вам запрещаю меня троллить и называть лысым. Это табу. Плюс в чат, кто ослеп? Твоя мать ослепла, блядь, когда я ее в кино водил на последний ряд в IMAX. Там мы Дюну вместе смотрели. Вот она аж охуела от качества изображения и звука. Все. Бабс, тебя надо казни. Такие гады, как и ты, недостойны дышать воздухом России. На, держи деньги. Ой, блядь, какие же вы все скоты. У меня просто вот слов нет. У меня реально нет слов от вас. А может ее позвать пока что попиздиться с кем-нибудь? Бэпс, да не переживай ты так. Не всем иметь шевелюру, как уси. Кому-то надо и прическу, как у меня усы. Вот тебе денюшка для поднятия настроения. У меня не прическа, как у тебя усы. У меня нормальная прическа. Нормальные у меня волосы. Не слушай хитерочков, ты не лысый. У тебя просто лоб большой. Хорошего стрима. Ну это вот может быть реалистично звучит. У меня может быть лоб большой, потому что я все-таки умный. У меня просто... Раскос поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает. Опять унижать будешь? Хочешь стать королем, но станешь королем тритоном из Спанч Боба. Истинные ценители поймут. Ебать. Красивый, умный, волосатый, сильный, худый, честный и щедрый. Это все не про тебя. Держи деньги. Падаль. И сетчати ГНД, блядь, смешно, блядь. У тебя на левой части головы клей от парика проглядывается. Я не хожу в парике, это мои натуральные волосы. Я не лысый, блядь. Чё вы доебались, блядь? Шутите про что-нибудь другое. Хуль вы ржете в чате? Вы... Смешно вам, блядь? Слушай, ну ты реально файфхед. Считал, кстати, сколько от твоих бровей до твоих волос помещается пальцев по горизонтали. У меня, кстати, 3. Да. Иди нахуй! Хуйню, блядь, какую-то донатите мне. Ну, лысый карлик и лысый карлик. Ну, борода из ларковых волос. Тоже не страшно. Но то, что от тебя воняет, это факт. Надержи милостыню. Какая милостыня, блядь? Это донат, добровольное пожертвование. Какая милостыня?
Я чё, по-твоему, чумной попрошайка, что ли, на улице милостыню просить? Хорош собирать налоги с бедных НПК, возьми лучше наши. И, да по текстуре, очень похоже на волосы с жопы, поосторожнее с париками, Бепс. Какие еще волосы с жопы, блядь, какой еще парик, блядь, иди... Изабелла, нет, давай не встревай. Может, это не лысина, а большой такой лишай на весь лоб. Какой лишай? Ты чё, блядь? Я слышал, такой лишай прозвали Лишаева Сермана. Какой лишай? У меня нет лишая. Какой еще лишай, блядь? Так, надо сохраниться от греха подальше. Буба, не огрись на этих троллей. Ты мне и лысым нравишься. Я... В смысле и лысым нравлюсь? Я не лысый. Я не лысый. У меня много волос на голове. Привет всем, я тут новенький точка. На данный стрим я попал по запросу в Google «Лызия башка». Почему стример притворяется, что все еще обладают волосами? Это какая-то его фишка. Я не лысый, блядь. Зергут Бэй, Зергут точка твоя совсем найн лысый фашист точка держать деньги за конспирация. Найн лысый фашист. Как же вы меня затрахали. Иногда мне кажется, что зрители приходят не посмотреть, как я в игры играю, да, ну, интересно прохожу. Нет, зрители приходят надо мной поиздеваться иногда. Чисто потроллить там и порофлить с этого. Ладно, не переживай. Подумаешь, ну, мобилизовали твои волосы. Они вернутся. Не все, конечно. Главное, верь. Пошел ты нахуй. Никакие волосы не мобилизовали. Все волосы на месте. Сволочь, блядь. Нет, волосы не на фронте. Иквайн Ди поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает. Но издеваться над твоей лысиной весело. А вот в игры ты играешь по-еблански. Вот никто за геймплеем и не следит. Я не играю по-еблански, я играю нормально. То есть играю, прокачиваюсь, становлюсь лучше. Так что не неси, блядь, вы без обид, но твой темный фон, твои темные волосы так хорошо сливаются друг с другом, что ты действительно похож на лысого. Алиса, кабинет, яркость 20. Все. Ха-ха, блядь. И что? Что теперь скажете, а? Что? Все, смотрите, не лысый. А? Что с ебалом? Если лысый, скажи, что. Где мой брат? Кстати, если тебя не кормить, то сходство с голумом максимальное будет. Какой еще голум, блядь? Голум это тощий бывший хоббит, который покорился злой власти кольца. Я не голум. Сразу я тебя, блядь... Сука, ты у меня на фронт пойдешь, ты меня понял, нахуй? Лаггейм. Месть служить будем, я тебя отправлю мины, блядь, разминировать, ты меня понял? Сообщает. Тебе донатят и постоянно над тобой потешаются. Получается, ты гобзавр. Поздравляю, ты официально трэш-стример. Когда будешь за деньги яйца разбивать. Я не трэш-стример, твою. Иквайн Ди поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает. Но издеваться над твоей лысиной весело. А вот в игры ты играешь по-еблански. Вот никто за геймплеем и не следит. Я вас сгною всех, вы поняли? Я вас сгною, я серьезно вас всех сгною. Вы курица! Меня сейчас допрыгаетесь. Опять курица! Зачет прическа. Только не пойму, а в чем прикол косплеить Маркса? В чем подтекст? Я не косплею Маркса, нормальные у меня волосы. Очень даже голым. Рост, алчность, жестокость, лысый, это только поверхностно. Какая еще алчность? Жестокость, блять!
Голум Фродо палец отгрыз, блядь. Я не грыз никому пальцы. Он жрет сырую рыбу. Живет в пещере. Тебя, если в зелне покрасить, то ты будешь самый настоящий лысый Стерлитамакс Фьорд 2, и не только помираешь. Ты, кстати, так же, как в Эра Куэста, ха-ха-ха-х. Я не лысый ухорок из Кира Крест. Как вы меня затрахали. Бэбэй, ты прям как Патрик из Губки Боба. Толстый, лысый и тупой, и живешь под камнем. Я не живу под камнем. Я не лысый, не тупой, и не... Вот смотри, Джон Кофи, вот ты, Антон, ты понял меня? Лысыми мужчинами вообще-то общество восхищается и гордится. Лысые мужчины во все века были лицом наций и народов. К примеру, Моби, талантливый же музыкант. При чем здесь Моби, блядь? Твоя прическа настолько огонь, что там все сгорело нахуй, ха-ха-ха, точка тупо, сука, мистер Подзам из Урожайска, ха-ха-ха. Блять, вот потом какой-нибудь хуйлуший из нарезчиков обязательно, блять, сделает нарезку, типа, Бэпса унижают за его лысину, блять, и там 40 минут просто вот этих ебучих донатов будет. Волосы и правда жидковатые, так что скидываемся на пересадку. Блять, как... Нет, у меня не жидковатый волос, у меня нормальный хороший волос, у меня прекрасная прическа, я всем доволен. Согласен. Прическа огонь. Огонь на сетчатке у всего чатика. Блять. Бэбэй, согласись, ты удобно иметь кошку, вот сколько и шерсти у тебя на голове. Вам нормально тут с трупаком, да? Ну ладно. И так будет с каждым, кто будет называть меня лысым, вы поняли? Я приду к вам, отпизжу и заберу ваши золотые кубки и серебряные. Украду оружие и поковыряюсь в сундуке, вы поняли? Все. А? Да, она чуть потрясена, секрет, но уже хочет идти домой. Чуть потрясена, нормально. За то, чтобы ты был ходячим примером, да? Real Transhire. Ходячий пример, да. Блять, вот там определенно, вот там точно, блять, этот, какой-то хуй сейчас, блять, какую-то хуйню, блять, закинул в чат. Что это? Ладно, ты не лысый, ты человек-яйцо. Я вас всех загною. Вы у меня реально все в саперную команду пойдете. Будете, блядь, мины ведром и факелом разминировать. У меня... Ты так воруешь у меня шекли просто, сидя на стриме и кушая сушного гашу гачи вара. Точка, поэтому ты лысый фури-фашист с личным подвалом, белым негром Бренни и собакой по имени Андрей. Спасибо большое за 150 рублей, Себастьян Кастельванус. Я не ем Гошу Гачевара, блядь. Бреня не белый, а Андрюха не собака. Хм, если бы вы мобилизуют, то есть вероятность, что все свои угрозы в адрес Гоши он воплотит в реальность. Ебало Гоши Гачевара представили? Да не только Гоши, но и всех нарезчиков. Так, воин. Рудокоп. А ведь Пол Пот тоже в свое время лысел, точка, и Стэнли Кубрик, кстати, тоже точка, но все. ББ испалился, теперь не отвертишься. Ладно, Стэнли Кубрик, нахуя ты сюда Пол Пота прихуярил? Прилепил, а? Вот надо было обязательно гадость. Вот ладно бы сравнил со Стэнли Кубриком, я еще понял бы прикол. Нет, вот надо Пол Пота прихуярить, чтобы вот ггшка была, ха-ха-хашка. Я один хуй не лысею. Схуя ли я лысею? Были траблы, да, ну я сейчас брызгаю алираны, мою специальными шампунями, все хорошо. Полянка зарастает, я не лысый. Вот, пожалуйста, вот. Делал фотошопы, где я лысый. Ничего не щелкает в голове. Кстати, в этой игре дохрена лысых людей. Это я почему-то вот... Лысый. Нет, ладно, у этого прическа есть.
У этого магавка. Что-то прям много лысых. Бутурк из мертвых богов, это ты через полгода, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нет, я не такой же, блядь. Я не буду таким же. Вот чекайте через полгода на мои волосы. Это я буду обладать такой же кучерявой шевелюрой. Я не буду через полгода парики, как Людмурик, покупать Логгейм, блядь. Как обычно, коммунисты не могут в юмор. А ты в ответ кинешь. А ты не можешь плановую экономику, ха-ха-ха-ха-ха. Ой, блядь, опять вот Серзей какую-то хуйню запостил, да, там в чате Good Game. А вы, конечно же, с этого смеетесь, да? Что он там, блядь, запостил? У меня шикарная шевелюра, но не настолько. Я просто это никак не комментирую, все. Я это никак не комментирую, все. Блять, опять этот хрен какую-то хуйню скинул, да? Вы меня что сейчас? Это что? Это что? Типа теперь новый форс? Вы меня, блять, лысым будете все время выставлять? Шутите про что-нибудь другое, ну. Куча других форсов были, вот-вот. Про них и шутите. Не бесись, лысая головка, а то последние выпадут. Тебе все не випи-дизель. Никакие не последние... Вы все, пизду, блядь, все. Вы... Вот сейчас смотрите, все внимательно. Все внимательно смотрите на стрим. Вот, смотрите, ребят, смотрите. Я сейчас даже повернусь, вот, смотрите. Я убираю микрофон, смотрите, мои волосы, вот. Смотрите, видите, волосы есть. Есть, я не лысый. Вот, смотрите сейчас, со всех сторон. Вот, смотрите, поворачиваюсь. Не-не, даже давайте я сейчас со стула. Вот, слезаю, смотрите. Смотрите, вот, смотрите. Вот, я поворачиваюсь, смотрите. Смотрите. Нет, я не в полный рост. Я специально встал на колени, чтобы моя голова была видна. Никакой у меня реки нет, хватит... Ты неси меня, река. Нет, у меня нет, блядь, реки на башке. Дед постол, как ролик выпущу. Поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает. Шалтай-болтай упорно доказывает свою шерстистость. Но мы-то знаем, что ты одолжил парик у Людмурика. Я не одалживал парик у Людмурика. Зачищу волосы вперед, чтоб не было лысины. У меня нет, блядь, лысины. Мне нечего, ничего. Вот, видите, вот все. Кажется то, что я лысый из-за того, что свет так падает, да? Но я не лысый, видите? У меня же нет лысины. Как же вы меня просто... Что там? Вы только что признался, что предпочел бы форс про фашизм и Палестину, форс про лысину. Поняли? Нет, мне неохота, блядь. Нет, я не... Просто другие шутки есть. 15 апреля, день лысых людей, это почти ровно через полгода, как я и сказал, чисто лысый гигачат, бьющий жену и разводящий на деньги. Я никого не развожу на деньги, я не лысый, и я не бью жену. Вот гигачат, да, это я не спорю. А вот все остальное вранье. Наглое причем. Постоянно, когда ты встаешь на стримах, удивляюсь, а потом вспоминаю про твой рост. Оставь меня. Ну, когда меня. Помнишь о твоем росте, волосы уже не так бросаются в глаза. Биксой. Нет, модераторы не пососы. Поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает. Смотрю тебя давно, но только сейчас понял, что ты Двалин из Хоббита. Гениальная конспирация. Бебз, горжусь тобой.
Так никто и не говорит, что у тебя плохой рост. Любые росты хороши, не бывает плохого роста. Все росты важны, даже низкие. А вам тоже нравится команда КВН Хоббиты? Бэбей, Джирахов и Щипцов на одной сцене. Какие хоббиты, блядь? Какие хоббиты? Ля-ля-ля-па-па. Когда Бэбей приходит в ночной клуб, то его по ошибке подвешивают как дискошар. Точка. А что? Отсюда такой мы спокойно пойдем дальше. Хорошо, мне пора. Да прибудет с тобой Инес. Смешно посмеялся про дискошар. Долго думал над этой шуткой. В чате никто над этим смеяться не будет. Никто, потому что весь чат уже заебался от этих шуток, ребят. Придумайте что-нибудь новенькое. Знаешь, будет себе доказывать, что у тебя есть яйца, ибо ты готов все равно стримить, даже зная, что в твою сторону полетят различные приколы и шутки, настоящий гигачат. Да, ну, конечно, а как мне переставать стримить, что ли? Типа меня задушили донатами, оскорблениями и прочим, и я такой, блядь, все, ребят, я ливаю, я перестаю стримить. Я, конечно, хотел бы, чтобы деньги мне давались более приятным способом, где, например, мне все присылали бы позитивные донаты, да, вот знаете, типа, вот, Бэбс, ты молодец, ты классный, у тебя очень классная шевелюра, ты очень красивый, Бэбс, ты так классно похудел, Бэбс, у тебя замечательное чувство юмора, ты очень хорошо, интересно играешь в игры, ну, знаете, вот такое вот там. Вот, Бэбс, я устроился сегодня на завод, получил аванс, этот аванс, часть я закидываю тебе, Бэбс, потому что ты мне пожелал удачи на стриме. Блять, вот вы сидите, обзываете его, у него мама стримы смотрит, вы думаете, вашей маме было бы приятно, если бы вас обзывали чатик? Но я сомневаюсь, что моя мама получает удовольствие от того, что меня на стримах оскорбляют. Лысый-лысый, карловатый лежит от ебаной лопаты. Я тебе сейчас нагадаю, блядь, ты понял? Я достаю карты Таро, Джон Кофе. Все, пизда тебе. Плюс в чат, у кого в левом нижнем углу какой-то засвеченный квадрат. Все. Вот вам обоим, Лама Пуф и Джон Кофе. Вот что вас ждет. Страшный суд! Вас обоих ждет! Страшный суд! Вы меня поняли? Вы меня поняли? Вас ждет страшный суд, блядь. Давайте еще. Среди нас богач. Бэбей, вот что вас ждет в ближайшее время. Твои стримы нереально. Перевернутые кубки. Настроение. Вы упьетесь до смерти с горя, да. До похмелья ужасного, да. Просто великолеп. Значение карты обновления, начало новой жизни, перерождение, спокойная жизнь, страшный суд. Это мои особые карты. Я вот по-своему. Свой Петрови 4 поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает: Бэбс, желаю тебе удачи, победа над облысением, денег на операцию по увеличению роста, чтобы ты научился играть в игры и быстро снимать ролики. Любим тебя всем чатом меньше чем 3. Мне ничего я не буду ни увеличивать, ни так далее, у меня все хорошо. Хватит грустить, твоя стрима нереально поднимает настроение, давно так не смеялся, играющий в игры ты так себе, но атмосфера просто великолепная. Кстати, на днях взял кредит и доначу с него. Ты взял... А на что ты взял кредит? Ты смотри только, ну, деньги-то пусть у тебя на твое желанное-то останутся. Ну, перестань ты стримить, это был бы пиздец. С кого ещё такие рофлы ловить? Да и вообще рад, что есть такой странный по своему стример ты. А на чем я зарабатывать деньги буду, если стримить перестану? Мое ебало представили?